3 года назад я родила девочку, 6-месячную, доченьку мою Елизавету, в связи с тем, что она не дышала. Случилось ослоение сечения. Но на данный момент мы, конечно, пока не зрячие. Диагноз поставили детский аутизм. Такими детьми просто некуда, никуда не берут, никуда не пойдешь. У меня ребенок с особенностью, так как у него деструкция головки правого тазобедренного сустава. Правая ножка, короче, левая на 3 сантиметра. Она обычный ребенок, да, она просто не видит. Она все воспринимает на слух. Поэтому ей очень интересна мелодия, ей очень интересны детки. Но чтобы социализировать ее в обществе, нужны вот такие вот группы, которых у нас в городе, к сожалению, не было. И мы очень долго ждали, конечно, эту группу. Так как, в принципе, у нас диагноз, который нужно только заниматься. Как бы ни препараты, ничего, нам занятия. Мы этого очень ждем, мы этого очень хотели. Специально разработаны занятия, реабилитолог будет с ней заниматься. Универсальный дизайн – это вирус, который он заражает, и это круто. Конечным результатом проекта будет унифицированная, я бы сказала, модель, глядя на которую можно делать доступный детский сад, понимать, какие действия, каких участников здесь предусмотрены. Родителей, педагогов, администрации и даже детей. И я думаю, что будет успешно реализовано во всех детских садах Украины, администрация которых хочет изменений.